Итак, давайте мы с вами еще займемся анимацией. Просто еще раз посмотрим эффекты, какие есть в программах. И с ними можно делать очень много всяких творческих проектов, в том числе и для стоп-анимации, и просто для видео. Допустим, клиенты вам отдают фотографии, вы можете их анимировать и сделать из них видео. Давайте посмотрим на самые популярные приложения. Мы уже в одном из них работали. Во-первых, это Verbal. Ну, мы с ним, по нему уже прошлись более подробно. И, соответственно, это для iPhone. И для Android и для iPhone одинаковое приложение, как Pixalob. И еще одно приложение очень прикольное, которое называется PixMotion. Мы откроем с вами фотографию. Я хочу открыть... Сейчас, секундочку... Давайте вот эту девушку откроем. Обрабатываем фото, сразу задаем ей. Ну, давайте оставим формат, который у нас был, чтобы посмотреть все, как работает. Во-первых, какие функции здесь можно сделать? Анимировать. Работает точно так же, как в Pixalope. Вы задаете движение и закрепляете ее. Допустим, мы хотим, чтобы волосы наши двигались, а лицо при этом, естественно, и все остальное оставалось недвижимая. Задаем движение, и таким образом у нас происходит анимация волос. Скорость, допустим, сделаем поменьше. Вот, и может быть даже я считаю, что можно вот здесь вот масочку поставить. Нет, маска слишком грубая получается. Отменим. Ой, это точки стираем. Отменить маску, извиняюсь, не то стерла. Отменить масочку. Давайте отменим. Лучше мы поставим вот эту часть недвижимой. Ну, в общем, поэкспериментируйте. Вот так вот выглядит довольно приятно. Я бы еще вот сюда движение добавила. А вот эту... закрепила. Все. Смотрите, как получается красиво. Поехали дальше. Что у нас здесь дальше есть? Наложение. И вот здесь начинается всякая красота. Посмотрите, куча бесплатных эффектов, которые вы можете применять и оживлять фотографии. Ну, полет для творчества более чем достаточный. То есть здесь можно всякие, опять же, природные явления, про которые мы с вами говорили. Можно огонечки добавлять, дождь, стихии. Короче, эффектов на самом деле масса, даже бесплатных, реально хватает, чтобы закрыть практически все потребности. Дымки, смог, все, что хотите. Разные, смотрите, все. Давайте, окей, готово. Элементы. Соответственно, здесь через элементы мы можем добавлять всяких птиц. Сейчас, секундочку, не добавила. Бабочку. Почему не добавляет бабочку? Сейчас, секунду. Так, элементы. Почему мои бабочки не работают? Вот. Ну, всякие мышки, птички. Усердно не хотят работать. Нажала платный эффект. Не сейчас, не надо. В общем, такие штуки всякие. Давайте листочки добавим. Листочки. Вот, ну, это больше, конечно, для такой, не для живой фотографии. Они нарисованы, поэтому не всегда подходят. В общем, надо всегда подбирать, смотря под какой жанр. И что еще есть интересно в этой программе? Можно задать движение камеры. Задаете движение камеры, получается вот такой эффект.
А можно выбрать другой, допустим, вот такой. Нечаянно нажала опять. Можно выбрать такое движение камеры и такое движение камеры. Вот такое интересное приложение с такой кучей анимации. И перейдем в приложение Pixaloop. Мы в нем уже были с вами. Давайте его еще раз откроем. Оно тоже классное. Давайте откроем проект какой-нибудь. Создать новый проект. И откроем опять какую-нибудь красоту. Ну, давайте нашу парочку влюбленную откроем. Добавляем анимацию. Анимацию мы уже смотрели, как добавить. Да? Путь не будем уже показывать, потому что мы ее уже смотрели. Небо. Давайте добавим небо. Давайте сделаем им красивейшее небо. Сейчас мы сначала выберем, какое. У них, к сожалению, по-моему, между рук не просматривается небо. Наверное, не получится так красиво, как хотелось бы. Сейчас попробуем. Да, не добавляется, поэтому будет, наверное, не так эффектно. Тогда не будем добавлять небо. Небо уйди. Между рук не получается заложить этот эффект. Ну, в общем, смотрите, всякие вот такие штуки есть. Безумно красиво. И самое хитрое то, что здесь можно сделать. Очень классно соскринить все это дело. И ни в чем себе не отказывать. Практически любой эффект просматривается. И, в принципе, можно использовать. Переходим в спецэффекты. Здесь у нас мыльные пузыри. Мы с вами проходили здесь по стихиям, по снежинкам, по бликам, по бабочкам. И здесь еще масса просто всяких эффектов прекрасных. Ну, Pixaloop, пожалуй, наверное, самое богатое приложение на всякие эффекты. Ну, собственно говоря, как и Videolip, программа очень крутая. Оно, это для фотографии, а Videolip для видео. Вот, смотрите, какая нежность. Я прям оставлю, не хочу ее убирать. И мы можем добавить 3D-движение. Смотрите. То же самое, как мы делали все в предыдущей программе. Это уже 3D-движение получается. Не просто движение камеры, а именно 3D-движение. Оно, к сожалению, платное, но, как мы знаем, мы можем применить эту функцию вполне себе. Еще, кстати, тут мы элементы не посмотрели. Вот какие элементы здесь есть. Блики добавить можно. Сейчас, секундочку, прогрузится. И вы ее можете расширить и наложить вот такие эффекты. В общем, программа очень красивая. Я рекомендую ее досконально попробовать. Сейчас, секунду. Ага, Pro только. Ну, хорошо. Да, в Pro версии не увидела, извините. Но огонечки нам здесь будут не в тему. Такие тоже у нас не в тему, потому что мы все-таки в другом немножко лесу. Ну, в общем, вот так. Вроде бы я вам все показала. Наверное, все. Вот такие анимационные эффекты. Смотрится очень красиво. Смотрите, какая прелесть. Ну, я прям тяп-шляп сделала, но тем не менее, вы понимаете, что этот инструмент дает большой простор для творчества. Небо, движение, анимация, фото, эффекты, движение 3D, спецэффекты. Практически на любой вкус. И элементы. Да, классная программа.